от ми з мамкою зайшли за холодильником. Які ще ціники. Ціники. Це машинки, по-моєму. Так, вот. Вот такие вот холодильники. 16. Такие, короче, тут цены холодильники, если прям вам этим все. Ну что, он тут а? За 10. А, ну давай его. Вот этот сколько стоит? Страшный, да? Я не знаю, он какой-то унитазный нахуй. Вот джинов. А может он даже это не рабочий? А, там цены нет. Ну да, но не рабочий. Сейчас пойдем это какого возьму. Тут сходим. Давай. Ага. Да, да, да? Да, вот. Благодарю. А у вас это... Она ну, ты посмотри внутренности. Нормально внутренний. Свет, все, полочки. Так. Так, и дальше смотри. Мамка, оценивай. О, машинки, ну, нормально. Какие машинки? Ну, ты скажи ему, ну, благодари, здоровья пожелай, только не говори, кто дал. Здоровья. Спасибо. Ну, давай вот благодарю, это. Да. Вот это. Да, вот, за 10500. Вот машинка. Вот. Берем за 10500. Да. Да. Не-не-не, просто мало ли. Да. Не. 10500. Да, 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 нормально. Да, мы. У него кабельное охлаждение. Его нужно раз в 3-4 месяца охлаждать. То бишь растаивать. Ну, да, морозилку. Морозилку нужно отключать. Ну, там не автомат, да, тут. Не вопрос. А, понял. Давай, убирай все это. Да нет. Ну, благодарю всех. А их потерял. А вы сами соберете? Нет, вы привезете. Доставка? Да. А тогда где интернат? Так, сейчас, я завершу. Ладненько, всем пока.